тут надо в кружочек. Ну вот, вроде получилось. Самые топовые онлайн-игры только по ссылкам в описании, а при регистрации нового аккаунта тебя ждет еще и приятный бонус в игре. Еще раз, все ссылки есть в описании. Поздравляем, вы получили уникальный... Опа, новое сохранение, поехали. Будем играть на средний. Один известный путешественник сказал: исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключений. Но приключения сами нашли меня. В самые тяжелые минуты, когда жизнь проносится перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. Окей. То, что придает нам сил. Кстати, эпичнее сделано, чем в Rise of Shadow. Раньше умели игры делать. Far Cry 3 же тоже вот примерно, я там уже не вспомню, 2013. Ну, примерно выходил. Раньше умели делать. Графика, конечно, уже будет похуже. У меня микрофон. Что-то немножко подфанивает, наверное, я не знаю. Или мне кажется. Так, ну оказались мы где-то в реальной гробнице. Черепа, кости. Все, что я вижу. И сейчас мы отсюда будем вылазить. Нас кто-то схватил. Так, раскачиваются влево-вправо. На помощь! Иона! Рейес! Помогите! Мне нужно вниз. Ну, через огонь, наверное. Так, это не помогает. Будет больно. Может... Я не знаю, что надо сделать. Ах!
Так, ну работай только влево-вправо. Так, ну все. Пошли вниз. Главное, не на что. Ай. Я, чтобы тянуть быстро. Так, ну чё? Сваливаем отсюда. Ты меня так напугал, честно говоря. Так, спасибо, да. Так, пылающая преграда. Предметы, завернутые в светлую ткань, можно поджечь. А где здесь светлая? Светлая ткань, можно поджечь. А где взять огонь? Так, Е, чтобы подобрать. Так, ну попробуем поджечь. Окей, хорошо горит. Что-то у меня микрофон, я не знаю, он у меня подфанивает, что ли. Так, идем дальше. Чтобы осмотреть окрестности. Так, ну что-то надо бочку, наверное. Так, сейчас подожгем факел. Так, отлично горит. Сейчас бахнет. Просто замечательно. Так, в пещеру дальше лезть, которая вот-вот обвалится, что ли? А это кто? Так, здесь порядок. Ну, тут неизвестно, что он хотел, схватив за ноги. Сила воли, найдите выход. Что за сила воли? Прилив. Маячки заданий. Чтобы увидеть маячки заданий. Так, здесь надо тоже огонь найти где-то. Я, кстати, это потихоньку вспоминаю. Да, я проходил через это. Так, окей. Огонь. Слава богу. Так, факел я зажег, но мне просто так не пройти. Мне надо что-то здесь поджечь. Вообще, куда мне надо? Не туда. Не знаю, вот здесь что-то поджечь можно. А это еще что такое? А, вот здесь поджечь. Так, и что мне это даст? Так, ну...
целом я не знаю, что мне это дало. Так, может, с этой клеткой что-то надо сделать? Ну-ка. Наверное, тем, чтобы толкнуть. Так, что-то она не толкается. Это понятно. Может, мне туда запрыгнуть надо? Так, окей, я сюда запрыгнул. Каких-то коробок дало. Так, подожди, а... Так, окей. Коробки теперь здесь есть. Может, теперь их поджечь, толкнуть, не знаю. Опа, а и толкнуть. Опа, пошли горящие коробки. Нормально так. Надо уходить отсюда. Ну и потихоньку. Снова хочет помочь, ты посмотри. Ай, надо было F нажать. Надо было нажать F. Да не поможет, да снова нет. Тут надо в кружочек. Ну вот, вроде получилось. Так, снова все рушится. Здесь 100% прыжок. Ну, это все скатывается вниз. Так, надо ползти наверх. Ползем. Направо. Там Райдер. Вот такое вот эпичное начало, в принципе, неплохо. Ну, графика, я бы не сказал, что сильно плохая. Выглядит неплохо спустя уже больше 10 лет. Мне кажется, даже она чем-то лучше, чем... Надо настройку потом высокий еще выставить. Я, по-моему, играл еще на GT9800 в эту игру. Шлюпка. Ну где же все? Ушли в глубь острова. Так, найдите следы других выживших. А
Так, проверили, как она залазит. Что? Ладно. Самолетик. Упал самолетик. Через него что? Я справлюсь. Интересно, с чем? А, чего? Нажмите вперед и прыгните наверх. Теперь куда? Ну, первые должны быть легкие. Давай, я должен спокойно справляться. Давай. Так, окей. Порядок. Отрубила. Замечательно. Аккуратно по обрыву. Дождливая погода, не особо люблю. Рюкзак Сэмми! Значит, они прошли здесь. Так, какая-то камера. Спички, похоже. Сэмми? И рация. Рот! Кто-нибудь меня слышит? Так, рация получена. Что еще можно полутать? Что-нибудь можно еще полутать? Так, ну это по сюжету похоже. Холодновато. Есть кто в связи? Ответьте. Одна спичка, ты представляешь? Что-то как-то в детстве у меня тоже была одна спичка, и все получилось. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно.
Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Все, хватит, перерыв. Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Давай, вот давай, давай, давай. Ну, такой же был шанс. Я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитман. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело – лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени. Слушайте, строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник – просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури. А в мифах обычно есть доля истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите. Спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Да, вода, значит, пройдем. Неужели вы это серьезно? Хватит! Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Так, ну пока что только Лара осталась. Ну, кого-то, наверное, найдем. Диону какую-нибудь. Нельзя сидеть на месте. Женщина в дикой природе, найдите пищу. Нужно найти какую-то еду. Сейчас олень, наверное, застрелит. Птицу поймать. Так, олень убегает. Ну да, наверное, пристрелит, наверное. Боже, что здесь происходит? Стоп. Лук мне пригодится. Найдите оружие для охоты. Так, стрелы есть. А где лук? А, лук, наверное, у этого висит. Да, у него лук, я вижу. Хорошо, надо понять, как срезать веревку. Это все, что мне нужно понять. Мне нужно оружие. Нужен ножик какой-то. Нужно найти оружие. Просто нужен ножик. Может, просто прыгнуть? Нужна какая-то, короче, кирка, наверное. Я справлюсь. Она даже так справится. Ну, давай. Да бери уже. Я двигаюсь вправо. Все отлично. Это у меня. Так, ну чё, лук есть, стрелы есть, отлично, олень, беги. Посмотрим, в каком он состоянии. Просто вспомни уроки Рота. Ты так, можешь что, стрелы? Владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Концентрация, я назову это концентрацией. Я хочу есть. Я должна найти еду. Так, ну, не ты одна здесь хочешь есть, я тоже хочу есть. Давай найдем оленя. Где ты, олень?
А что, игра вообще мне не показывает? Может, птицу? Так, олень. Опа, мимо. Опа, может, голова, не? А опа, что-то нет. А опа, сейчас все стрелы... Не, я достаточно собрал. Ну-ка, я стрелы могу поднимать? Не, не могу. Так, олень, ну... Это башня. Все, готов. Иди сюда. Прости. Женщина в дикой... Всё, так. Пора в лагерь. Угу. Хорошо. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звёзды. Честно говоря, я уже по гаджету очень понимаю. Так, отнесите мясо в лагерь. Так, ну пока все просто. Бегаем, выживаем. Так, меню навыков используйте, полученный опыт на развитие способностей. Окей. Как мне брать? Так, звериное чутье. Слух и зрение обострились. Теперь вы легко замечаете животных и источники пищи. Что могу освоить? Опа. Еще новый навык освоил. Ничего себе. Что-то не хватает. Вы получаете больше частей, да? Хватает. Так, ладно, окей. Я Конрад Рот, капитан Эндьюран. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот? Лара? Ты жив? Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия Сент-Юран, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Так, окей, бежим. Музыка. Эй! Эй! Есть там кто? Наверное, это и есть проход. Нажмите Shift, чтобы слезть. Так. Окей. Делаю.
Так, это поджигаем. Не, это Far Cry безумие, здесь еще. Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. О, нет! Кирка, отлично. Вот, отлично, кирка получена. Покидаем бункер. Просто превосходно. И уходим отсюда. Вот и снова по местной канализации здесь. Ладно. Так, ну куда-то наверх. Не, графон отлично. Мне нравится. Так, вот на выход. Погоди, дай разобраться. Сэмми? Им нужно идти по тропинке. Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор... Зашибись. Так, на нас волки, кажется, нападают. Сейчас сразу в голову надо. Да пока не нападают, могла бы уже выбраться. Так, и где ты? Может как-то выбраться? Ну? Ой! Да и попал еще-то, смотри. Еще натяну заранее. Нормально. Второй кусок мяса. А тут замедление идет, так что вообще порядок.
ну вот, наверное, это тоже Илона. Она такая крупная. Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была. Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну вот, посиди здесь. Я на разведку. Ладно. Продвигайтесь вперед, догоните Лутмана какого-то. Лара! Сюда! Я кое-что нашел! Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Начинается на шифт. Так, Лутмана. Серьезно, на какую кнопку-то? На F. Отлично. А второй? А тут еще второй. Или это первый? Могли бы предупредить о волках, доктор. Сердито, иди сюда! Так, что тут надо? Два совершенно разных стиля. Так, кстати, я это тоже помню. Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Да, действительно, я проходил эту игру. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт. Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Так, все отлично. Начинаем искать. Сейчас я немножко пособираю. Нам надо что-то найти. Соберите запчасти, чтобы модифицировать кирку. Не понял, мне модифицировать нужно. Здесь что-то, да, зависело от модификации. Что надо собрать запчасти? А ну вот. Но надо найти еще. Сок у меня. Ой, короче, надо сейчас искать. Что-то оно так просто не видно. А ты что, стоять будешь, что ли? Это будет стоять, любоваться мне искать надо. Так это что такое? Дорогая, под дубой. Все этого достаточно. Занятно. Занятно. Да. Так, олень бегает, ты мне уже не нужен. Да я. Да иди ты, олень. Иди, иди как надо. Мне уже не нужен. Назад! Зайки бегают. Волки бегают, блин! Волк-то... Это опасно. Точно опасно. А где я еще найду запчастей-то?
Я даже не знаю, где еще запчасти есть. Так, здесь я могу модифицировать кирку. А сколько? У меня всего 20 запчастей. Что-то это какие-то проблемы, слушай. Я не вижу, где они. А, ну, они прям спрятаны, вот. Но они даже не подсвечиваются ж нифига. Нужно найти еще. Да, конечно. Еще немного. Все, последний ящик. Последний ящик. Так, а что не срывается-то? Нажмите Е. Окей. Вот, ящик. Так, этого хватит. Так, собрано запчасти. Посмотрим, запчасть. Что тут можно сделать. Найдите лагерь и модифицируйте кирку. Так, и модифицируйте кирку. С чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт. Okay. Археолог с научного судна Endurance, разбившегося у берегов этого острова в треугольнике дракона к востоку от Японии. Это очень странное место. Я видела обломки кораблей, которым уже сотни лет. Мы здесь не первые, и, уверена, не единственные люди. Совершенно очевидно, что на острове происходит что-то неладное. Если мне не удастся выбраться отсюда, может быть, кто-нибудь найдет это. Так, лучше. Так-то готово. Все, зашибись. Здесь все будет связано с запчастями, насколько я знаю. Все надо улучшать. Так, что здесь? Запчасти 50, окей. А я думал, что я найду что-то такое. Или что-то, ну, подожди. Попробуем. Давайте, а, доктор. А, теперь у меня есть кирка, окей. Отлично, есть, чтобы вращать. Так, нажимать быстро. Аккуратно заходим. Та женская фигура на воротах. Поднимись в горы вместе с Суйком. Это может быть императрица Солнца. Бимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Ну, Бимика обладала властью. По легенде сверхъестественной. Властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Невероятно. Это Пимико. Просто невообразимо. Смотрите. Котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. Эй, идем. Там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Им нельзя верить. У вас же оружие. Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет. Не надо. Пусти. Не спорь. Не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам нужно? Тихо! Лара! Начнут воздухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру.
Окружи! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Так я что-то не понял, они куда-то все убежали, а я... А меня почему оставили? Уже иду! Укрытие, прячьтесь. Короче, идем. Как развязаться? Теперь они идут искать. Сейчас. Кто там? Да, собственно говоря, никого. А куда мне идти надо? Да тут. О, боже. Давай, дойдем. А мы прыгать можем? Блин, я неправильно. Может, наоборот, правильно. Нет, я ж без рук. Ну все, меня поймали. Короче, нельзя, чтобы ловили. Нельзя, чтобы ловили. Так, ну, кидать мы тоже ничего не можем. Надо просто подождать. Скорее всего, надо просто подождать. Я не знаю, ну, может быть, можно как-то вот... давай. Попалась! Даем. А этот что? Короче, этот гуляет, ждем. Все, ладно. Да что он стреляет вообще? По бесконечности. Я не знаю, ну может там можно что-то отрезать. Чего они тут стоят? Я не знаю, как туда попасть. Придется почти всех перебить. Лох, нам сейчас не хватает людей. Надо... Ладно. Надо знать, где нам это... Обо что срезать-то... А, вот проход, нашел, все отлично. Так, куда идем? Здесь чисто. Поднимаемся выше в гору. Остальных убить. Что не могу понять, а куда? В дом? Горящий дом идем? Нет. Я сейчас даже не знаю, куда мы идем. Что-то игра не подсказывает. Ну, скорее всего, прямо. Скорее всего, прямо, да. Сохранение прошло. Что, думаешь, прячешься, кукла? Решила со мной поиграть. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нарежу. Опа, отпор дали. Тоже бой, опа, еще отпор. Да и отлично. Да ладно, он еще живой. А на дна Е было, блин. Ты представляешь? Я F начал нажимать. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Ну, это отпор.
тоже бой. Эф отпор. Но главное не забыть, что на это. Может ему сразу стрелять в голову? Нет, он целится в голову. Так, окей, и наеду. А, куда нажимать-то? А, надо бороться, надо... Блин, я думал просто сажать. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Норм. Я здесь могу надолго застрять, что ли? Не знаю, почему не получается. Не могу сконцентрироваться. Выходи давай. Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Ты тоже бойкая сучка. Салава! Убью тебя! Так, ну на этот раз-то получится. Да, нормально. Пронесло. Так, окей, продвигаемся. Старый пистолет получен. Так, и снова как таковой цели нет. Куда бежать? Просто бежим куда-то. Хотя бы есть пистолет. Это первое наше оружие. Куда-то, наверное... Почему нет маршрута, куда бежать? Просто непонятно. Может, в загоревший дом зайти? Что-то как-то не хочется. Так, ну, скорее всего, куда-то сюда. Так, сохранение прошло. А, это было больно. Вот еще одна! Взять ее, вперед! Она мертва? Не знаю! Давай, выходи оттуда! Бежать некуда! Пушка! Ой, нет. Не подходи ко мне! Так, еще один остался. Да как? А, нет, все нормально. Так, окей, заходим. Куда? Так, ну, я вроде бы выбегаю. Я ничего не слышу. Так, бесшумно, бесшумно убивайте противников из лука. Раз. А где еще? А больше-то я не вижу. Так, ну а может быть найду. Так, скорее всего, сюда. Что здесь у нас? Бумажник.
Отлично. Готово. Готово. Что у вас там? Все в порядке? Так, скинули лестницу. Да, на тебя в задницу. А что ему достаточно? Задница достаточно. Так, главное, порез. Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю, зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Так, ну и я, короче, не знаю, а почему метка не показывается, куда бежать? Ну, предположительно, скорее всего, я пойду по дороге. Так, а это что, можно поджигать? Не надо мне ничего поджигать. Оп! И хоп, блин, мимо. Оп! И снова мимо. Да ладно тебе, ты чего прикалываешься? Сейчас тут подмоги-то будет. Стоп, а как мне хилиться? Хилиться на В, наверное? Нет, стоп, здесь вообще хилиться можно, не? Слушай, они как будто бы уклоняться умеют. Двигаемся наверх. Она где-то рядом. Ищите. Так, светильник. Стреляйте по светильникам, чтобы разбить их и устранить пожар. И устроить пожар. Вы двое, проверьте так. Ну как же так? Тихо, тихо. Получать опыт под испытания. Пиромания. Достижение получено. Так, окей, идем. Так, а что мне надо, чтобы бежим на F, да? Сейчас я его быстренько, хоп, и все. А теперь надо было быстро еще нажимать, блин. Ну, в новых частях полегче, там, по-моему, просто нажимаешь и все. Так, все, это слетел. Да, двигаться. Раз. И два. Что-то бесшумно не получилось, что ли? А какая разница, бесшумно? Можно и шумно, да? Думаю, можно шумно. Ой, надо бежать. А куда бежать? Вот отсюда, скорее всего. Так, все отлично, я бегу. Я бегу, да. Так, что, мне наверх? Все, я отлично бегу дальше. Немножко спотыкаюсь. Вернее, Лара Крофт. Так, просто замечательно. Так, что у нас здесь? Ждет, кто здесь? Рот, я иду! Слава богу, ты жив! Ничего себе, у него там нога. Бог здесь ни при чем, Лара. Я тоже рад тебя видеть.
Боже, как досталось твоей ноге. Да нет, это только на вид страшно. Ты что-нибудь знаешь об остальных? Ничего. Постой, что ты делаешь? Волки утащили рюкзак с едой. Передатчик со шлюпки тоже там. Если его не вернем, не выберемся с острова. Но тебе нужны бинты, морфии, антисептик. Все в рюкзаке. Черт. Да уж. Помоги мне. Идем. О, нет. Нет. Ах, только не это, пожалуйста. Сейчас. Ну, сейчас он, я думаю, придет в себя. Так, окей. Я где-то там. Куда-то выдвигаемся дальше. Так, ну сохранение прошло ровно час. Так что я думаю, пока что здесь остановимся. Если здесь впервые, подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй. Увидимся.